Армыстар, армыстар, құрметті хоккей сүйер қауым. Бізде кезекті рет жалауын көтеріп отырған шайбалы хоккейден Қазақстан Республикасы президентінің кубогы. Нұрсұлтан қаласында міне кезекті рет жаңа маусымның алдында командалар бас қосып, өз ара мықтыны анықтамақ. Биылғы жарысқа 4 команда қатысады. Турнир қожайыны әрине Барыс командасы, сондай-ақ Магнитогорскілік Металлург, Нижнекамскілік Нефтехимик және де Екатеринбург қаласынан автомобилист клубы келіп отыр. Ну и все такое ощущение идет к нулям на табло по истечению первого периода. Хотя, может быть, торопимся мы еще, потому что игра 4,5. Но на твой взгляд, ничейный результат по итогам первого периода закономерен или все-таки кому-то можно отдать преимущество? Тиндер жеде өрбіп жатқан ойын, ал аузымыз жиып үлгермедік, осы сәтте шайба соғылды. Қақпаның алдында жалғыз тұрған ойыншы Семен Кошелев биылғы турнирдің алғашқы шайбасын соққан хоккейші болды. Но здорово разобрался, здорово открылся, во-первых, это нужно отметить. Было у него время, потому что абсолютно один он вот здесь вот оказался. Здорово. Кто там его? Купцов как раз и бросил его. Купцов не стал доигрывать до конца этот момент. Вот Кошелев поехал. Все очень спокойно, хладнокровно. Тридцать третий, 55-й, символично 5-3, да, как? Орехов остался, Чибисов остался, собственно говоря, все это сочетание игроков осталось. Ох, там борьба какая. Зернов. Лайпциг пен бірлесіп жүрген еді. Орехов, Чибисов, шайба қақпада. Прямым броском или все-таки подправлением? Дождемся повтора. Орехов в любом случае получит балл ассистентский. Ну, Колюш поздравляет 22 номера, то Данила Юров. Данила Юров. И его шайба. Чибис соққысы, Данила Юров я. Ойын таяғын қойып үлгеріп, шайбаны бағытын өзгертіп жіберді. Но вообще по штрафным минутам Металлург вышел вперед, да, но Нижнекамск вообще этим не пользуется. Посмотрим, какая попытка должна стать удачной и результативной. Аветю, Порядин. Аветю. С кистей мягенько. И вот оказывается, что нужно было. Хороший трафик. Хороший трафик и точный бросок. Ну и, по-моему, кто-то подправил сейчас этот бросок. Хотя, поздравляю, это Витю. Может быть, и прямым броском шайба достигла цели. Да, по-моему, никто и не подправил. Хотя вот так по реакции кажется, что... Не-не-не, было, по-моему, подправление. Митякинге шайба тиген сияқты, я велю екінші нөмірде. Мне тоже показалось, что Митякин должен... Да, Клюшка Митякин. Порядин, а ведь у Митякин. Осында и штык был шабылды им дастырды. Есеп бірде үш.
Паршин. Лещенко. Николаев через ближний борт. Но не точно, а Витю. Диагональ проходит. Бросок-то увидим мы сейчас в исполнении нижнекамцев. Витю тяжело бросать, потому что успевает здесь заблокировать. Ну а здесь, да, четвертая шайба. Вот такой парашют все-таки прилетает. 4-1. За 24 секунды до окончания, по всей видимости, Денис Зернов ставит точку. А в этой встрече... Ну вот, а Витю теряет шайбу. Тут нужно отдельное спасибо сказать. По-моему, Карпов там был. Он заблокировал попытку защитника. Ну и Зернов вот так вот с неудобки. По бильярдному, да?